Трагедия разыгралась вчера в Казани. Мужчина поссорился с возлюбленной и вонзил нож в ее спящего сына. Семья, как всегда, на учете не состоит, хотя соседи говорят, что они часто выпивают. 45-летний мужчина в Казани поссорился с сожительницей и в отместку ударил ножом в спину ее спящего сына. Инцидент произошел в ночь на 17 ноября в квартире на улице Гудаванцева. Тяжело ранив спящего парня, злоумышленник кинулся с ножом на свою сожительницу, причинив ей проникающее ранение в ногу. Мужчина ударил ножом в ногу свою сожительницу, когда она пыталась защитить истекающего кровью сына. Раненая женщина смогла выбежать в подъезд и попросить соседей о помощи. Соседи срочно вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавший сын госпитализирован, о степени тяжести его ранений не сообщается. Раненой женщине также оказывается медицинская помощь. Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Надеемся, он не скоро выйдет на свободу.